Улица Седлогорская, Кисловодские горушки. Пройдем посмотрим. Вот бассейн построили. Вот здесь вот расковыряли дорогу. Вот такое состояние пока здесь. Сейчас вот с кладбища шли. Везде мусор. Люди неаккуратные бросают. Ну, просто какое-то свинство. Не знаю даже, как сказать это. Вроде бы должны отличаться от четырехкопытных. Вот он, внешне красивый бассейн. Внутри еще пока не было, но говорят, хороший, 50 метров. Вот, но видите, тут тротуар, видимо, будет делать. Вот там тоже не сделали, я смотрю, справа нету. Тротуара нету. Ждем, когда сделают. Арена Кисловодск. Вот такой бассейн. И вот с той стороны, видите, там тротуара нет пока еще. Проезжали по широкой. То же самое там еще начали делать и пока не доделали. Дзержинского то же самое. Как-то то ли недобросовестно относится к этому, не знаю я. Вот такое внешнее оформление бассейна. И вот такая дорога здесь. Начали пока и остановились. Видимо, набрали заказов. Вот по той стороне, видите, мужчина идет. Там такая вот грунтовочка. А там надо сделать тротуар, конечно, асфальтированный, нормальный тротуар. Здесь вот советская, видите, советские ступеньки остались. И на этом все. Идем вдоль кладбища. Сейчас вот бывший таксопарк проходим. Вот он, бывший ПТП-2. По ступеньке. И вот там надо тротуар сделать. Вот. В советское время здесь такси были. Волжанки. Волги. Видите, какая тут дорога. Но впереди я вижу, там он трактор стоит. Видимо, работает. А может, не работает. Вот это, по идее, все должны снимать, да? Вот. И новый асфальт ложить тогда будут. Ну, чтобы вот сегодня был в районе улицы Пограничная Белорусская. Вот он такой ПТП-2. Вот, ну там жильцы довольны, молодцы, хвалят строителей, хорошо работают добросовестно, с 7 утра до 10 вечера. Вообще поражаются люди, говорят, вот видите, тут все, тротуар разломали. Я хотел вот эту площадку показать. Вот смотрите, состояние ее, ужас. Вот это место, кошмар какой-то. Я уже показывал, есть у меня на моем ролике. Вы видите, там все
мусорные свалки тут. Это вот такая площадка, которую надо, конечно, привести в порядок, но это же не серьезно. Видите, травой заросла, тут кругом свинство, свинарник и тому подобное. Никто не хочет этим местом заниматься. Ну вот, друзья, вот такая ситуация на улице Светлогорска. На этом останавливаемся. Крокодил Ставрополя на улицах города. До новых встреч!